273 тысячи пассажиров обслужил в этом году Чебоксарский аэропорт. Для воздушной гавани столицы Чувашии это рекорд. Руководство аэропорта уверено, в 2019 году цифра значительно вырастет. В ближайшие годы Чебоксарский аэропорт ждет реконструкция и перепланировка. Вот так, пока на бумаге, выглядит будущее здание аэропорта. Перепланировка коснется обоих этажей. Обновятся зоны регистрации пассажиров, приема и выдачи багажа, таможенных пунктов, прилета, залов ожидания. Таким образом, полезная площадь здания увеличится более чем вдвое. У нас подписан договор, 21 год, уже цифры все знают о ней. 21 год мы должны закончить реконструкцию. Реконструкцию здания аэровокзала. Значит, сейчас идет предпроектная работа. Проектант избран. Цена проекта будет больше 20 миллионов однозначно. Цифра где-то в районе 22-25 миллионов рублей. Зал ожидания поднимут с первого этажа на второй, а на их месте оборудуют зону прилета. Такая масштабная перепланировка позволит увеличить пропускную способность аэровокзала. Спрос на авиаперелеты неуклонно растет. Сейчас воздушные суда из Чебоксар летают в Уфу, Санкт-Петербург и Москву. В перспективе открытия новых рейсов. С 20 февраля у нас будет пока 31 марта еще один ежедневный рейс на Москву. Выполнять будет авиакомпания «Победа». Выполнять она будет прилетом в 10:30 вылетом от нас в 11 по Москве. Аэропорт обслуживает почти 250 человек. Даже в таких сложных погодных условиях воздушные ворота работают без сбоев. Взлетную полосу своевременно убирают. В распоряжении аэропорта 14 единиц снегоуборочной техники. Запаса реагентов хватит на весь сезон. Галина Титарчук, Павел Редков, Республика.